Принципиальная история. Мне всегда в телевизоре люди говорили, что когда ты вытаскиваешь людей из интернета под камеры, они не умеют говорить. Они все совершенно распадаются под светом, им нечего сказать, это ни о чем. Они в основной своей массе задроты и так далее и тому подобное. Я вам хочу сказать, что сегодня ребята продемонстрировали блестящий пример, что люди, которые являются звездами Твиттера, являются в реальной жизни блестящими собеседниками. И, в общем, я то же самое могу сказать и про эфир с ребятами из 100-500. Это мне было тоже безумно интересно. Спасибо, что смотрели нас. Это был Минаев Лайф. Мы увидимся в следующий четверг. А сейчас, по просьбе Евгения Козлова из Москвы, мы ставим Maroon 5. Sometimes it cuts so much deeper.